10 ноября сотрудники органов внутренних дел России отметили свой профессиональный праздник. По традиции, в актовом зале отдела МВД России по Славянскому району состоялось торжественное мероприятие, на котором были отмечены отличившиеся сотрудники. День сотрудника органов внутренних дел России – это праздник тех, кто, несмотря на выходные, в любое время дня и ночи, независимо от погоды, выходит на службу, чтобы охранять законы и интересы граждан, обеспечивать их безопасность. Вот и в свой профессиональный праздник они также на службе. Начальник отдела МВД России по Славянскому району Виктор Рассохин поблагодарил своих коллег за верность профессии, за честное служение долгу, особо подчеркнув, насколько ответственен и важен труд сотрудников полиции, ведь от них зависит покой и благополучие жителей района. Всегда буду говорить, говорил и буду говорить, что сотрудник органов внутренних дел – это тот человек, который в первую очередь помогает людям. У нас в законе это написано, в нашем федеральном законе, в первой статье, что сотрудник идет без всяких препятствий и вперед, только помогать людям. Естественно, для этого нужно вам и закалка, умения и знания. Поэтому я от души желаю, чтобы вы не только, придя на службу, носили красивую форму, но учились и были всегда готовы помогать людям. Поздравить сотрудников полиции с профессиональным праздником пришли почетные гости. Глава района Роман Синеговский, Славянский межрайонный прокурор Андрей Мищенко, глава Славянска на Кубани Александр Берсенев и многие другие. В этот день в адрес сотрудников полиции прозвучало множество поздравлений и теплых слов. И все они были вполне заслужены. Уважаемые коллеги, поздравляю вас с профессиональным праздником. Почему говорю коллеги? Потому что мы действительно очень плотно взаимодействуем, выполняем похожие, сходные задачи. Порой муниципальная служба, она бессильна без сотрудника отдела внутренних дел. То есть только вместе с вами мы можем решить те или иные задачи. Я вам хочу сказать спасибо за ту, наверное, многогранную работу. Это и борьба с терроризмом, борьба с экстремизмом, это охрана общественного порядка, это безопасность на дорогах. Так, с праздником! Всего доброго, мира, добра и всего вам самого доброго. За помощь в решении многих вопросов, высокий профессионализм и в честь праздника сотрудникам полиции глава района Роман Синеговский вручил благодарственные письма. Майор полиции Старчак Евгений Сергеевич, служу России. Продолжилось праздничное мероприятие также награждением за высокий профессионализм, добросовестное отношение к служебным обязанностям. И в честь дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации личному составу были вручены ведомственные медали и присвоены очередные специальные звания. Младший лейтенант полиции Мазуренко Владимир Игоревич. Полковник и учение пиратского звания прибыл. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».